Всем привет! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И в этом видео я покажу, как вывести деньги через Google AdSense, если у вас YouTube канал монетизируется. Когда сумма порога достигнет $100, вы сможете добавить способ оплаты. Я выбрала настроить оплату банковским переводом. Здесь мы заполняем владелец банковского счета, нажимаем вот на эти значки и смотрим подробности. Введите свое имя так, как оно указано в выписках по банковскому счету. Название банка, БИК, это идентификатор банка, его филиал. Он состоит из 9 цифр. За подробными сведениями обратитесь в свой банк. Вот этот код, уникальный идентификатор банка, он может состоять из 8 или 11 символов. Пишем номер счета, повторно указываем номер счета и нажимаем «Сохранить». Оплата, как правило, проводится в конце месяца. И вчера, 24 июня, мне пришло на мой расчетный счет, на карточку Тинькофф, $189, что я в видео и показываю. Пришло в рублях, но указывала я долларовый счет, как там потребовали. Вот мой кабинет Google AdSense. Последний платеж был совершен 21 июня. Пришел он мне через 2 рабочих дня, то есть переживать не стоит. Платеж идет в течение 5 рабочих дней. У меня это составило 2 рабочих дня. Вот его размер составил $189. Надеюсь, что мое видео было кому-то полезным. И спасибо вам за ваши лайки. Всем пока!